Когда мы говорим мужчины и женщины, мы говорим про двух травмированных субъектов, которые нуждаются в том, чтобы справиться с внутренней тревогой, с большим количеством комплексов, всяких разных ожиданий, патологических, неадекватных там, и так далее, вот, чтобы освободиться и очиститься, как электрод очистить от накипи, это социально-культурное восприятие всяких разных предрассудков там, и так далее, и увидеть друг в друге людей, которые способны радовать друг друга. В самых разных аспектах – общения, совместных дел, сексуальных отношений там, и так далее. И только в этом случае эти взрослые люди могут построить взрослые отношения, не испытывая боли и страданий. До тех пор, пока и она, и он невротики, значит, их жизнь будет похожа на дичь.